Добрый день! Приветствую вас, друзья, на канале Коллекция Монет. И следующая распаковка, на этот раз вообще очень маленькая. Всего одну монету я жду. До этого распаковки с монетами Болгарии было. Ну и до этого тоже как-то рассказывал, что монеты Греции я еще хочу подсобрать полностью. Ну не полностью, а 20-21 век. Юбилейка. Сейчас вот покажу, что за монета. Покажу, что я по Греции насобирал. Болгарию я когда был вчера показывал. Позавчера. Тоже по Греции осталось не так много монет, чтобы собрать полностью все, что я хочу. Ну, тоже в фольге все. Так. Давайте смотреть, что за монета. Не буду доставать из пакетика, видно так хорошо. В общем-то, это монета Греции. 20 драхм. Серебро. Монета 1960 года. Изображен на монете король Павел I. Ну и вот этой монетой, в общем-то, период правления этого короля я закрыл. Ну, тоже на Юкоине сейчас покажу. Так. Вот, в общем-то, король Павел I. 9 типов монеты. Вот она как раз наша монета. Выпускалась 2 года. 60 и 65. Вот 60. Вот 60. Вот монету я закрыл. В общем, период. Теперь что до этого короля собрано? Вторая республика. Вот здесь как бы, можно сказать, половина. Здесь две монеты серебряных у меня нет. 10 драхм, 20, 30 год. Достаточно, ну, не дешевые монеты. Ну, и вот эти две потихоньку в ближайшее время докуплю. Ну, и король Георг. Если брать тоже 20 век, то тут вот одна монета есть, 10 лепт. Осталось 5, 20, 10. Вот эти монеты надо посмотреть, но я так подозреваю, что в продаже ее нет. 50 лет 21 года. Ни картинки нет, ни у кого в продаже. Скорее всего, редкая монета. Ну и тоже вот серебро. 1 и 2 драхмы. Ну и тоже, ну, немножко монет. Ну а теперь что выше? Король Константин. 66-73 год. Все. Полностью. Юбилейных здесь монет нет. Хунта. 1 год всего выпускались монеты. Такие вот набор у меня тоже есть. Третья республика. Полностью. Ну, это, тут дорогих монет по типам нет ничего. Может, по годам, конечно, надо посмотреть. Может, какие-то редкие есть, но навряд ли. Юбилейка. Вот она. Тоже никаких редких монет нет. Достаточно легко собирается Греция. Ну и Евросоюз уже. Остались 50. Вот эти две монетки жду, получается. 10-20 новых центов с новой картой. Осталось 50 и 50. Старая новая карта. Ну и юбилейка. Вот она. В общем-то, тоже вся собрана. Так что по Греции и Болгарии, я думаю, месяц-два, и будет более-менее все нормально. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Удачи. До новых встреч. Пока.